Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас Volkswagen Passat 1.8, автомат, жрет масло, ну, ведрами, скажем так, на 600 километров пробега литр масла. Такого пока еще не было. Вот такая выхлопная труба. Смесь богатая, но течь масла не течет. Бывает, что если там турбина или куда-то улетает, оно течь начинает, но здесь нет. Турбину проверяли, турбина рабочая, именно расход идет по двигателю. Ну, недолго думая, купили кольца, колпачки, прокладки и будем все это менять. В надежде, что это поможет, проверим. По мере замены и последующей эксплуатации будет известно. Разбираем. Пробег у автомобиля 139 тысяч. А вот такая вот оказия у него случилась. Общее состояние, это вроде смотришь, ухоженный автомобиль. Что-то маслянистое здесь. Может, заливал, разлил. Но снизу не течет, снизу все сухо у него. Вся защита, никаких ни подтеков, ничего. Двигатель сухой. Красай, красай. Ладно, разбираем. Начинаем с того, что поднимаем, сливаем масло, сливаем антифриз. Приступаем. Снимаем клемму аккумулятора. И снимаем корпус воздушного фильтра. Открутил здесь саморезы, которые держат. Здесь надавливаем вверх, стягиваем. Снимаем, ослабляем хомут. И откручиваем сам корпус. Все на защелках, все разбирается, все удобно. Так вот весь корпус вытаскивается, сидит на одном болтике, шестигранник. Сейчас скажу, на сколько шестигранник. Шестигранник, пятерочка. И остальное уже на клипсах. Хомут там снял, здесь две резиновых подушки. И вот эти пластмасски отдельно снимаются. Поднял, снял защиту. И вот здесь вот увидел, у него начало кидать, и кидать начало буквально недавно.
Потому что еще снизу не течет, ничего не капает. Масло. И масло непонятно, вот потому что крышка сверху, она не залита, но подтеки есть. То ли сальник передний коленвала побежал, то ли, может быть, сверху, что так часто масло доливал, где-то разлил. Наверное, плеснул мимо, только из-за этого побежал, потому что поддон бежать точно не должен, бежит откуда-то сверху. Вот такие вот дела. Ладно, сливаем масло здесь. Вот такая вот пробочка. Т-45 на пробочку идет. Ух ты, затянули-то, а! Масло грязное, учитывая тот факт, что он его часто доливает, значит, оно горит в двигателе. Снял правое переднее колесо, снимаем пыльник, вот эту нижнюю часть пластиковую. Здесь также прикручено с Т-25. И саморезы по периметру откручиваем и снимаем. Снимаем трубопровод, который идет на интеркулер с турбины. Здесь хомуты вот такие быстросъемные. Их разъединяем. Здесь хомут раскручиваем и снимаем вот этих два крепления, два болта. 30-й. Оба откручиваем и снимаем вот этот промежуточный узел. Откручиваем. Разъединили. Сейчас у нас достигает масло, и мы открутим сразу поддон здесь. Снял патрубок, а там масло в патрубке. Вот здесь его хорошо видно. Вот он стоит. Все в масле. Турбина бросает масло. Как ему проверяли, я не знаю. Вся турбина в масле. Открутил 20 болтов на поддоне. Снял этот разъем с датчика. Сейчас поддеваем его отверткой и сдергиваем. Вот здесь место можно поддеть. И с другой стороны тоже есть место, где можно поддеть. Все, вот сдернули поддон и снимаем вот этот экран. Открутил 3 болта, здесь плайн 30 и снимаем этот пластиковый.
Вот сняли ее. Этот же, который болт крепит здесь, крепит еще маслозаборник. Разбираем дальше. Снимаем приводной ремень. Для этого мы одеваем головку на 17 на болт натяжного ролика и ослабляем ролик. Скидываем ремень. Все. Ремень приводной мы сняли. Вот он. Снимаем вот эту трубку. Вот здесь с двух сторон нажимаем на пластиковую, и она снимается. Также и здесь с двух сторон нажимаем на нее, она снимается. Вот такие защелки здесь. Вентиляция получается картера, она тоже в масле. Снял я вот эту подачу, открутил два самореза, снял здесь шланг, отключил шланг здесь, вот он второй, снял их скрепление, также снял два разъема вот в этом месте. Вот такие разъемы. Вот этот разъем просто берете круглогубцы загнутые, поднимаете вверх, вот эту нажимаете и поднимаете вверх. А здесь нажимаете вот эту пластмасску и тоже поднимаете вверх. Также смотрим, снимаем вот этот патрубок на расширительный бачок и снимем расширительный бачок тоже. Разъединил разъем второй интеркулера снизу, выдергиваю, а оттуда масло ручьем бежит. Интеркулер полный масла. Открутил я шкив коленвала, там головка на 24, мы сейчас откручиваем, снимаем шкив и болт закручиваем обратно, прижимаем шестеренки, чтобы у нас не слетели звездочки. Ну все, вот поджали, звездочки у нас теперь останутся на месте. Отключаем катушки и отцепляем разъемы. Катушки местами не путайте. А, здесь катушки не прикручены, просто вставлены. Вот такая вот катушка. Давно не снималась.
катушки сняли. Откручиваем расширительный бачок. Для этого мы сплайном торксом Т25 откручиваем два вот таких вот самореза. Один здесь, один здесь. Отключаем разъем. И откручиваем массу. Убираем проводку, добираемся до второго самореза, отключаем один шланг, снимаем хомут, и отключаем второй шланг, тоже ослабляем хомут, снимаем его. Все, бачок мы открутили. Снял патрубок воздуховода, здесь вот, который идет с интеркулера на заслонку дроссельную. Для этого отцепил датчик и открутил два болта Торкс Т30. Все, вытащил его. Для чего его вытащил? Сейчас нам надо будет откручивать дроссельную заслонку, чтобы можно было открутить впускной коллектор, нижние болты. Продолжаем. Открутил я дроссельную заслонку. Четыре самореза. Ой, какая она грязная. Ой, какая она грязная. Ладно. Помоем ее. Четыре самореза. Торкс Т30. Открутил снизу. Кстати, открутил, и там масло на болту, если вот видно. Нет, не видно. Ладно. Откручиваем впускной коллектор. Снимаем масляный фильтр, он нам тоже мешает. Крабом его. Открутил здесь вот, сейчас покажу, вот здесь гаечка М6, здесь вон он винт Торкс Т30, здесь тоже вот два винта, то есть винт и гайка, вот шпильку видно голову, сверху открутил, получается 1, 2, 3, 4, 5 винтов Торкс. Сейчас откручиваем вот этот болт на кронштейне, и коллектор должен у нас отойти впускной.
Сверху грязь сейчас сдуем. Чтобы снимать будем, там не попадало, хотя мы и головку снимать будем промывать, но чтобы не попадало. Все, откручиваем вот этот болт и пробуем снимать. Но это оказался не болт, а гайка. Гайку я открутил, а кронштейн не снимается. Приходится его откручивать целиком. Здесь вот сплайн, получается 10-й. Откручиваем и целиком снимаем кронштейн. Как у немцев все замудренно. Отодвинул коллектор, снял нижний кронштейн, проводку отцепил. Когда снимал, очень аккуратно смотрел, чтобы форсунки, вот они форсуночки, чтобы не оторвать их. Так, ну теперь смотрим, где у нас еще проводка держит. Отцепляем крепление проводки и убираем коллектор. Вон какие клапана. Ну, в принципе, нагар есть, но он не смертельный. Ладно, отцепляем подушку. Сейчас снизу попробую зафиксировать коробку. Между коробкой и лыжей там подставить, чтобы открутить подушку и можно было поднимать и опускать автомобиль. Поддомкратил двигатель, подставил под него подкладки, открутил вот два болта на 18, также открутил два болта на 16, открутил крепление заливной горловины бачка омывателя и открутил вот этот болт на 13. В принципе, подушка должна сняться у нас. Да. Все, подушечку мы сняли. Теперь снимаем вот этот кронштейн, снимаем крышку, снимаем клапанную крышку и потом добираемся уже до выпускного коллектора. Когда снимем выпускной коллектор, уже сможем откручивать головку. Продолжаем. Открутил этот кронштейн, отводим патрубок и снимаем. Крепится он тремя болтами. Болты здесь сплайн на 12. Подлезть удобно. Вот этот болт сверху открутил, а эти два снизу. Продолжаем. Снимаем трубку щупа. Для этого мы сплайном торксом, то есть Т30, откручиваем один болт. И вытаскиваем целиком трубку. Выдергиваем ее с крышки снизу. И поднимаем ее наверх. А, здесь вот еще крепление. Еще один болт. Откручиваем его и снимаем. Вот его открутил тоже. И все. Целиком трубка у нас вышла. Снизу она сидит на резиночке. Продолжаем. Снимаем уже датчик. И снимаем крышку верхнюю. Так, открутил я датчик. Здесь он сидит на уплотнительном кольце.
На герметик садили, подмазывали. Так, откручиваем крышку.